Фух, наконец-то тебя нашла, Джорджи. Ну как так можно? Так, делаем фоточку, клик. Все, фотку мы сделали. Ой, фотик грохнулся. Надеюсь, что моя подружка Катя этого не увидит. Ого, какая прикольная штучка. А может мне туда сесть? Помогите, спасите, закрыли! Помогите! Так, пойду-ка я искупаюсь, что ли. На кухне все уберет моя подружаня Катя, когда придет. Ой! Ну все, наконец-то я прошла все это минное поле. Ёпрысоты, я кулакакала, как так можно вообще? Так, теперь надо надеть маску и пойти наконец-таки купаться. Ой, ёпрысоты, сколько же я пережила. Да ну блин! Да ну опять! Вот, все, наконец-то я одела эту маску, теперь пойду покупаюсь. Но для начала мне надо переодеться в полотенце, чтобы пойти искупаться. Потом надо одеть будет халат. Так, идем в душик и... Ягода малинка, воп-воп-воп, крутит головой, залетает в топ. Какая-то грустинка, холодная кальдинка, хлопаешь глазами влево-вправо в потолок. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутишь головой, залетаешь в топ. Какая-то грустинка, холодная кальдинка. Так, все, вылезаем из душа и идем переодеваться, мазаться и ухаживать за своим лицом. Интересно, что тут есть у моей подружани? Неплохие штуки, мне нравятся. Неплохие у нее медикаментики. Так, снимаем маску, переодеваемся в костюм моей подружанки. И теперь мы идем ужинать. Для начала мне надо забрать Джорджа. Так написано было в письме моей подружанки, которую должны выполнить за сегодня. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Так. Ай! Наступает ночь. Так, где Джорджи? А, вот она. Джорджи, пошли со мной. Так, все, я на кухне. На этот раз я не поскользнусь. Не дождетесь. Так, где... А, вот. У нас есть разогреваемая пицца. Не знаю, есть ли ее собака, но думаю, раз ничего другого нам хозяйка не оставила, придется есть. Так, готовим пиццу, и сейчас будем все накладывать на тарелки и, собственно, кушать. Так, жарим-жарим пиццу, жарим-жарим пиццу, жарим-жарим пиццу. Так, у нас все готово, осталось только положить все на тарелки. Так, ага. На, не на тарелку-то не садись. Как-то ты уже все быстро схавала. Блин, ну как так можно? Все, теперь идем спать. Так, я переодеваюсь в пижаму моей подружани и ложусь спать. Так, идем сюда по утренней лестнице. А на этом все, ребятки. Спасибо за просмотр. Пишите свои идеи для видео в комментариях. И пока-пока, зайчик. Хорошего дня или вечера.